Во имя чего снова разделись неугомонные барышни из Фэмон? Почему и как разбился китайский миллиардер? И что подарили жители Торонто своему скандальному мэру? Самое интересное только в нашем обзоре. Уголек для непослушного мэра. Жители канадского Торонто поздравили с Рождеством своего скандального градоначальника. И по традиции, как всем непослушным детям, преподнесли Робу Форду уголь. На специальной интернет-странице пользователям предложили пожертвовать доллар на кусочек ископаемого. За 4 дня собрали 1 миллион. Соответственно, 1 миллион угольков привезли к зданию мэрии. Правда, Форд за подарком так и не вышел.